Очень мягкие, теплые получились у меня носочки на этой неделе. Овечья шерсть, тройная нить. Очень теплые носочки из серой пряжи. И получились очень теплые мягкие носочки из темно-серой пряжи. Мягкие на ощупь, будут носиться очень долго. Пяточку добавляю ниточку ирис. Вот такие вот у меня работы, друзья, на этой неделе. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео. Вязание – мое хобби.